Россия без Владимира Жириновского идет в будущее, даже не икнув. Но все же этот политик был ярким. Его голос в нужный момент мог образумить того или иного представителя власти. Его личная судьба была похожа на сплошной детектив, припудренный водевилем. Некоторые его вбросы заставляли вздрогнуть чужую половину мира. Не свой, но яркий. Наш цикл фильмов посвящен последней поре жизни и смерти несостоявшегося вождя. Врачи наконец-то нашли у Жириновского воспаление мозга. И как можно это прокомментировать, если много-много десятков лет Жириновский нас веселил от политики. И, честно говоря, первые несколько лет я его с трудом воспринимал, потому что мне казалось, что это человек, который несет различную пургу. Он, знаете, как Дед Мороз, взял где-то в охапку, там, в своих кулуарах, где всегда похоронены юристы и их дети, как он говорил, взял вот там в кулуарах в этих какую-то охапку всякой билиберды, и потом с Государственной Думы трибуны нам все это бросал в лицо. Знаете, такая пурга. Почему всегда вот говорят, пургу несет? Ну, потому что Дед Мороз у нас всегда был на Руси негативным персонажем, который засирал нашу с вами жизнь, в том числе вот как Жириновский политическую. Куда смотрели врачи клинических наших кремлевских больниц раньше? Они что, не видели, что там у него и рожки растут, и хвостик дрыгается? И на самом деле для этого в случае с Жириновским не обязательно было вскрывать черепушку. Просто они решили сейчас ускорить его движение вперед, чтобы он шел наконец-то вперед. Ну вот черепушку пока не вскрывают, вперед ногами туда и он и двигается пока. Потому что этот человек, видимо, обладает каким-то двужильным здоровьем, и на данный момент он все-таки не хочет залазить в тот гроб, который к нему подкатили. И для того, чтобы все-таки как-то его уговорить, решили вскрыть черепушку, а закрывать пока никто не собирается. Может быть, они будут наблюдать за процессом, как электрифицирован его головной мозг. Это, конечно, все мои шуточки, а смысл-то здесь вот в чем. Одно из предположений заключается в следующем. В конце минувшего года, 21-го, Государственная Дума приняла странный закон, я вам уже говорил в одном из своих выступлений по этому закону. В этом законе теперь государство собирается бороться с теми людьми, которые имеют нездоровое влечение к детям, к мальчикам и девочкам. И вот тогда в своем этом выступлении я поставил вопрос, что как же будут поступать с теми самыми главными политиками, самыми большими нашими политиками, которые всю свою жизнь в информационном пространстве замазаны именно вот в этих самых отношениях. И ситуация с Жириновским, она может быть рассмотрена так, что Жириновского первого вскрыли в буквальном смысле на этом пути, чтобы, не дай бог, где-нибудь в какой-нибудь безумной полупамятной старости он не начал рассказывать, а вот помнишь Коленьку, а вот помнишь Сашеньку, и чтобы его соратники по партии не начали ему поддакивать в таком же забытии. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Я считаю, что Жириновский по своим каким-то другим экономическим или государственным делам был более-менее терпим, потому что так уж, если взять его по большому счету, мы особо ничего не помним о нем такого негативного с точки зрения государства. Ну, а вот по своим таким удовольствиям, чисто мне, например, он не нравился, потому что я не считаю, что мужики должны иметь такие центры притяжения и заниматься такими делами. Ну, по крайней мере, не государственные мужики или где-нибудь там за решеткой, раз уж в их отношении так сильно ужесточили наказание. И если я прав, а это всего одна версия из тех, которые можно выдать, то тогда у нас под боем еще несколько фигур из самого высшего руководства, даже более высокого, чем Жириновский. И я, честно говоря, переживаю за этого пожилого человека, потому что он у нас, по слухам, интернет-слухам, занимает чуть ли не первую строчку среди всех остальных кандидатов
на ужесточенное наказание. Посмотрим, что будет, но почему-то мне кажется, что ближайшей весной, вот за где-то текущие полугода, мне кажется, что у него то же самое откроется из болезней, как и у Жириновского. Может быть, не обязательно с этой стороны, может быть, с обратной, но я думаю, что тоже. Либо что-то ему вскроет, либо что-то закроет, либо само прицепится, либо какой-то головной такой обод ему на голову оденут, чтобы он побыстрее кони двинул. Ну, короче, что-то его ждет. Я не желаю ему этого, но просто такой закон приняли, от которого теперь не знают, видимо, каким образом укрыться. Потому что никто же не спросил этих, кто любит баловаться детишками, а мол, а если мы примем такой закон, вы-то как? Как-как? Они же вроде как никак. А вот закон теперь приняли и как-то начал сжиматься у них. Это одна из версий. Да, актуальная сегодня тема в связи с тем, что слег в ЦПКБ Владимир Вольфович Жириновский. Я его много лет знаю, как и только он появился здесь на небосклоне в Москве, где-то 85-й год, когда группа таких же, как он, Новодворская, Рогозин, Танкевич, Жириновский в клетчатых штанишках, прыгали, орали, гавкали на советскую власть. И тусовались там, и искали себе единомышленников в начале перестройки. Это личность удивительная, я вам скажу прямо. И, конечно, его, как говорится, попадание в ЦПКБ с плохим диагнозом. И удивительно то, два соперника, два единомышленника, антипода. Я бы сказал так, два клона, близнеца и антиподы. Это я имею в виду Зюганова Геннадия Андреевича. И вот оба одно время легли в ЦПКБ. Вот интересно, не в одну ли кровать, с одним одинаковым диагнозом. Ну, Жириновский, как всегда, бравировал, кричал, орал, что в Думе должны все привиться, иначе их выкинуть с Думы. Ну, как всегда, у него популист такой крайний. Его сам этот достал. Он 8 прививок сделал, вы знаете, и сейчас он в очень плохом состоянии. Когда они появились, я помню, 60-е годы, начало 60-х. Я тоже поступал в МГУ. Я поступал на Маховой, там была у нас экономика зарубежных стран. А рядом был факультет журналистики, исторический. А остальные все факультеты физики, математики, гуманитарные там, это, и математические, это все было на Ленинских горах. А тут еще как основал Ломоносов, все тут на Маховой, на Манежке. И в исторический факультет путевых никто не шел, недобор. Если там был перебор, я имею в виду очень много абитуриентов, и то всех из блатных, и с красными аттестатами, с золотой медалью, то в исторический никто не шел. Почему? Значит, у нас, когда война кончилась, да и во время войны Великой Отечественной, 41-45 год, значит, геббельская пропаганда, как все говорили, весь мир говорил об этом, стоило многих дивизий. То есть сумели убеждать противника, и они сдавались в плен или вступали в фашистскую армию и воевали против своей же родины, против своего народа. Вот это так называемая спецпропаганда. И после войны в наших тоже ведущих вузах, я имею в виду педагогический имени Ленина, МГИМО, МГУ и еще имени Тореза, вот в этих вузах, да, я еще не считал, но это потом. Так и было, как у нас было в лесотехническом, в Мытищах, институт в Королеве, вернее. Лесотехнический, там было закрыто, вот, готовили космонавтов и вот этих специалистов, инженеров по космонавтике. Закрытый был факультет. И это тоже было как бы закрыто спецпропагандой. И вот туда поступил в эти годы с Казахстана этот мальчишка Жириновский. Закончил его. Конечно, сейчас говорят, что КГБ, а не при КГБ, он непонятно. Конечно, это сразу было зачислено в КГБ, как офицер. И направили его на Ближний Восток. Вот там он вел эту спецпропаганду до 85-го года. Закрытая была личность, ну, у него прибыли прямые связи со всеми лидерами этих стран. Ирак, Иран, Турция, арабы. И он там вел эту пропаганду. Как специалист и это. Когда стал рушиться Советский Союз, он примчался сюда, уже бюджет не финансировал, у нас все распадалось. Он приехал сюда и поступил в МГУ на третий курс на юриста, чтобы заниматься юридической практикой. И пока бегал, баламутил, пустой был, как это, ни денег, ничего не было. То он устроился в юрин-коллегию, это прям где театр Ермолова, на Тверской, в начале Е-Националь, гостиница. Там он устроился в эту юрин-коллегию юристом по наследству. Там получал 150 рублей, стакан сушки и чмокал, он ждал клиентуры.
Так одна москвичка пришла: «Милок, милок, помоги». «Что ты пришла, старая?» — он на ее говорит. «Я вот, тянет ему ручку, газетку там оборванную. Я наследница, вот, в огромном состоянии. Вот, мне нужна ваша помощь». «Ты что, старая дура, клопов не притащила?» А эта женщина, Свиридова, я помню фамилию, она дома делала, снимала обои, села на стульчик, я развернула и свою фамилию увидела, разыскивается наследница. Ну и поднялась, и связи подняла все свои это. Ну я обнаружил, что у нее огромное состояние, 1,5 миллиона долларов. Ну это большие деньги в те времена были, огромнейшие, как сейчас миллиард. А другая версия, естественно, касается экономики. И самое главное, что у нас и Жириновский, и Зюганов, видимо, паровозом уже пошел, они как бы новую нашу политическую ситуацию теперь не устраивают. Если раньше нужны были какие-то понты, можно было поругаться, пальцы загнуть и кому-то что-то навешать, то сегодня совсем другая риторика пошла. Если раньше было «ты козел», а нет, «ты сам козел», то сегодня «ты дурак, сам дурак». А козел не обязательно должен быть дураком, и дурак не обязательно должен быть козлом. Дурак и не поймет, что его сделали козлом и нахлобучили. Поэтому сегодня, когда нам приезжают в гости различные высокие политики из других стран, мы здесь уже не нуждаемся ни в Задорновых, ни в Петросянах. Нам хватает этих политиков, чтобы, извиняясь за выражение, уссаться с их речей. Ну, такие уж они, западные высокие политики. И вот в диалогах с такими политиками нам уже нужны совершенно другие подходы. Мы уже не можем бросаться в них Жириновскими или Зюгановыми. Почему? Потому что они уже их не воспринимают. Если раньше они хотя бы пытались увернуться от них, то в наше время вы видите, что ни Жириновский, ни Зюганов никуда больше никогда уже долго не ездят, никто их не принимает, не зовет, никакие парламентские группы, никому они не нужны даже на нашем Востоке, и это бессмысленные люди. «Ну, клопов нет, ты что, с ума сошла, иди отсюда». Он говорит: «Она говорит, милок, ну как же мне быть-то? Все такое». А он тогда получали они копейки, 15% государство имело от этого, от наследства. Ну, ему из этих 15 еще 15 там добавка. Он ее прям нагло превратил в тифти-тифти, 50 на 50. 750 ты получаешь, 750 мне. Так он заработал первые денежки. Вот первые денежки заработал, потом еще ко мне, как сказали Юрий коллеги, вот, товарищи, говорит, и еще там несколько людей обманул. Не обманул, а отнял по договоренности, вот, куда деваться, обыграл. И он стал складывать ЛДПР партии. Вот тогда пошли сынки бывших Митрофана с министрами топэнергии, Венгеров пришел, Брежнева внук пришел, Андрюша. Ну, там собрал всех он там, гвардию свою, и зарегистрировал. Это как раз еще при Горбачеве было в конце уже. Люди многие у него, которые работали, не работали, а были в партии в этой, они работали в НИИ всяких. И одни вот ребята работали в гидропроекте. Это у нас на Стрелке, где расходятся Ленинградка и Волоколамка. Пенал стоит, где сейчас мои сзади. А справа уже вся эта наша Талмас, Амтэ, все-таки все предприятия. Вот я тоже на них работал, связанные с хосписом. И мы, этот гидропроект занимался всю жизнь, вся весь советский период он. Занимался разработкой подземных всяких сооружений. Вот как Днепрогэса, Братская ГРЭС, Красноярская ГРЭС, а также подземные крупные заводы на несколько уровней, где паровозы и все такое. Машины ходят. У нас таких много городов. Не буду я публично говорить, хотя сейчас известны все в сибирских городах, где все военно-промышленный комплекс у нас размещен. И там же мы по просьбе крупных правителей других государств делали им подземные дворцы. Также они выполняли заказ, по Ираку Хусейна. Ну, вот его ребятишки свистнули, украли Хусейна. Проект его подземных сооружений. Он пошел терроризировать Хусейна. Вот американцы огромные деньги дадут, А что мне делать с этим? Он: «Боже избавь, ты что, с ума сошел? Я тебе все отдам, Володя, давай, давай мне». И он ему, значит, огромные деньги, я помню, вот у меня тоже дача по 40 эти километров по Ярославку, и как раз это самолеты летели, боинги пузатые, здоровенные, и на Чехаловск, Монино, туда, и тащили ему полной зелени. Вот. Ну, я не знаю, натуральный проект дал ему, и копии, это уже другой вопрос, я не присутствовал. И таким образом загреб огромные деньги. И когда я говорил о кадрах, вот, которые он взял себе, самый там удивительный был человек Юровицкий. Он только, тоже такой же, как и, наверное, Новодворска, много лет сидел в психушке. И у Жириновского он был как кассир, бухгалтер, Володя, маленький такой. И он у него кассир.
Но тебе Володя это знаменит? Он написал хорошую фундаментальную книгу «Частные деньги». Вот сейчас эти самые биткоины. И он мне хвалился, что вот и за рубежом наросла эта книга, все такое. Ну, Жирик воспользовался и принудил его, поскольку был от него зависим, материально и так, свою фамилию записать. И была книга там Юровицкий Володя и Жириновского. Ну, потом, конечно, Юровицкий он выиграл. Куда он делал, так я помню, я не видел его больше, не появлялся. Вот, а Жириновский остался, и переиздание этой книжки «Частные деньги» козыряет. Нужны политические лидеры, которые могут волю Кремля и государства навязать какой-нибудь противоположной стороне. Ну, например, приехать к басмачам и сказать, что у них верблюды неправильные, у них колеса спустили, пусть пока эти басмачи там разбираются с колесами своих верблюдов, мы уже свои пешки расставим совершенно по другим каким-то позициям, заодно этих басмачей обуем. А когда они скажут, у нас и верблюдов, и колес-то нету, то мы скажем, что «О, ну теперь мы вас в СНГ принимаем, потому что вы теперь достойны и по уровню стали такие же, как мы». Это игра политическая, и она всегда была и всегда останется такой. Есть уже версии озвученные, что Жириновского отравили каким-то талием или еще каким-то металлом или еще чем-то. Я думаю, что эти версии, как и сами отравления, будут, конечно, плодиться, размножаться, потому что такая ситуация перехода власти от одного человека к нему же самому, но другому, как это у нас уже несколько раз было, она всегда сопровождалась какими-то подобными телодвижениями, потому что у нас человек все время, наш лидер, все время обнуляется, и это говорит, в принципе, о хорошем каком-то действии. Он как бы перерождается на ходу. Знаете, левый сделал, прыгнул в какой-то, как в сказке, чан с каким-то кипящим желе, вынырнул оттуда, помолодел, во второй поумнел, там, в третий еще что-то помудрел. Это хорошо, это правильный подход, и самое главное, что я в данный момент не шучу, потому что каждый человек развивается по жизни именно так. Сначала он маленький и глупый, а потом он старый и мудрый. Это вся жизнь наша к этому идет. Но у нас здесь есть специфика. Каждый раз в чан направляют какого-то пацана, он ныряет там, парится и моется, а выныривает из этого чана все равно Путин. Все равно Путин. И поэтому у нас люди некоторые не понимают. Они не понимают, что идет какая-то смена декораций там внутри, в этом чане. И почему-то всем кажется, что выныривает какой-то двойник. То есть, представляете, у нас за это время там 5 чанов было, и он 5 раз нырял в них какой-то пацан. А выныривал 5 раз подряд тот самый Путин. Причем, когда он выныривает, то получается все более и более монгольское лицо. Я понимаю, что некоторым не нравятся двойники, некоторым не нравятся, может быть, какие-то похожие люди, но это такова политика, был двойник и у Сталина, и не один, и с точки зрения безопасности и других различных проходных моментов, это все правильно, вы просто поймите, что человека надо подменять, и на момент каких-то проблемных, критических дней надо обязательно человеку давать возможность отдохнуть. Человек не машина, и он президент страны, даже если кому-то он там, допустим, не нравится, или кому-то, наоборот, нравится, он не обязан участвовать лично на различных каких-то своих собраниях. Достаточно того, что люди будут думать, что он там с ними рядом, потому что на всех человека не хватит, нужно это понимать. И ради того, чтобы он пришел в какой-то очередной детский сад, нам Путина расходовать не надо. Вы должны это понимать. Вот я к чему это веду. Вот. Таким образом, он стал огромным-огромным состоянием. Он быстро стал набирать свою партию, все скупать квартиры, как раз тут все государство разваливалось, все имущество Совмина, МИДа, всякие представительные, коттеджи и все прочее, не знали, кому денег не было в бюджете, он все брал под себя, и партии тоже квартиры все оформлял на себя, частную, и давал этим депутатам как найм. У него партия разбухла, чуть не в Думе было 2/3 состава. И он еще на этом спекулировал сильно, хвалился, что он будет следующим президентом. И крупных руководителей ставил вопрос, тащите деньги, я вам буду президентом, делаю министром. И ему тащили. Вот он не только эти офисы он сдавал, и там были фактически дома терпимости. Это что имеется в виду, и мальчиков там, и девочек, которые обслуживали, и приглашали всякие чиновники, и наши большие, и зарубежные, и премьер-министры других стран, и большие люди. Их там хорошо встречали, хорошо провожали, и они лакомились нашими девчушками, нашими мальчиками.
И этим путем он себе составил большое резюме человека большого, которому нуждаются. Вот. И всякие наши власти не по зубам было и он, не по зубам был он, поскольку он был связан с крупными руководителями других стран, которые хорошо принимал. И когда Владимир Владимирович пришел, то Ельцин, я помню, он всегда пристраивался куда-то на каких-то мероприятиях. И Ельцин с Коржаком отгоняли его, как ворона, подальше, подальше его, не допускали. И только когда пришел Владимир Владимирович Путин, сразу поставил вопрос ребром, отдай квартиры людям. Когда он отдал квартиры, переоформил на своих партийцев, они все разбежались. Но торг состоялся там, что он остается в Думе, в партии, и своего приемного сына Игоря Лебедева. Вот, он, значит, остается спикером вечно. Выборы не выборы, он там, замспикера. Вот. Ну, что интересно, вот, у нас вот сколько партий было, у нас много было, и открыто, и «Вперед России», да много всяких. И сейчас финансирование. Самое большое из бюджета финансирования, самая маленькая партия, но самое большое финансирование, миллиард. Ни у Зюгану, ни Миронова, ни сейчас этого Володя, это как его, «Единая Россия». Я вспомню фамилию, вот, милиционер, генерал. Ни у кого таких денег нет. Ну, дают спонсоры, но я имею в виду бюджетные деньги, это из нашего кармана. Так, самое большое финансирование. Наряду с этим, если партии Миронова, Зюганова, спонсоры есть, там у «Единой России» бесспорно большое финансирование. Но у Жириновского не фонд партийный, он туда не дал ни копейки. Это все его личный карман. Все огромное состояние, вот то, что он получил от тех сумками, мешками и самолетами. Все это его на личном счету. И мне странно становится, вот у нас люди спокойно уезжают за рубеж при больших должностях. Я для примера приведу. Вот Торшин ушел, Александр Порфирович, я его хорошо знал. Вот, это все-таки был первый зам Совета Федерации, вот, потом первым зам Центрального банка. И спокойно уехал в Америку. Никто его свободно выезд. Обладатель секретных, секретных, секретных. И этот замспикера тоже имел допуск к большим секретам. Вот, переместился и перевел Жириновский все туда, у сына, у этого приемного, все богатство. Вот это его, значит, клоунада, его интересовали только деньги. Почему? Потому что, ну, депутат имеет не штатных 35, 5 штатных. И у него два офиса огромных, это на Басманной, огромное здание, и на Луков переулок 8. У каждого депутат 35 общественников. Вот умножьте, какая гвардия людей, которые работали, ну, крышевали. Я знаю Горбушку, Савеловский рынок огромнейший и ряд. И какие бы жалобы ни шли, противоправные действия, отлетало все жалобы от прокуратуры, как пробка от шампанского. Никто не домогался какой-то степени возбуждать какие-то дела против его соколят. И я вам скажу, что вот такая персона, которая охранялась, как, почему, это странно. Или заинтересовано было то, что он как клоун, как спецпропаганда, затуманивал мозги людям. Он же, с одной стороны, себя монархистом вроде считал. Я к чему говорю? Клыков Вячеслав Михайлович, то есть знаменитый скульптор. У нас в Курске целый проспект позаложен имени его. И работа в Москве крупная его. И в регионах, что стоит один памятник Василию Шушину на Алтае. Вот. Да и тут много у нас памятников. И Меркурий бегущий, и у Хаммерского центра, и Кирилла Мефодия. Вот. Да много памятников. И он был монархист. Но был крупным антисемитом. Если был, он терпеть не мог их, но они его тоже не любили. И тем не менее, он мне всячески рекомендовал и всячески хвалил Жириновского. Я говорю, ты что, с ума сошел? Он же сынок юриста. Ты что, он патриот, он монархист, он это. В то же время, кто помнит, знает, в 90-х годах он одевал китель Сталина, фуражку Сталина. Кого-то он нам на Курилы пошлет, кого-то там на Сахалин. Всех там арестуют, всех там это, ходил по рынкам, там шмон наводил, оббирал. Вот такая метаморфоза с личностью, для которого нет никаких принципов. Мели имели, твоя неделя. И те вот это его спецпропаганда, вот эта спецпропаганда, была, видимо, в Кремле востребована. Не говорю там Путину, нет, я имею в виду помельче там, люди, которые отвечали у него за это направление в Кремле, за, ну, одна из башен. И вот такая фигура противоречивая. Ну, чисто клоунадно, чисто, сказать, лицедейство вот это свое. И вот эти все его сподвижники, так называемые, хотя серьезных людей у них в партии никогда не было, никогда не было.
Всех он брал на сию минуту, на от созыва до созыва, и то соберет, потом же период созыва он выгонял и других вводил. Я за деньги. Помню, хороший мужик иркутский, депутат у него был, сейчас у меня фамилия это крутится, я сейчас помню. Он написал у себя в кабинете, кабинет, «Я-русский». Он его выгнал. Ему, я помню, Белов ходил, ну, все вот эти, Баркашов, все приходили. И, конечно, Жириновский выгнал, если он русский, так защищая русские интересы. И, слава богу, тянулись такие, как Белов собирал целые тучи демонстрантов своих идейных единомышленников. И он никого ненавидел, и никого он не поддерживал. Да и Кремль он всячески вот недавно особенно выступал. Не знаю, настигло его вот это несчастье, видимо, как лицедея, может быть. Может быть, действительно где-то он переборщил с этими лечениями, чтобы как-то угодить кому-то в этих доходах. Может быть, был заинтересован в этих доходах. Тем больше уколется, больше прибудет, денег отмоют из бюджета здравоохранения. Но, тем не менее, его настигло, конечно. Что мы можем сказать? Пожелать ему выбраться оттуда. Но, главное, люди давно уже поняли, кто он есть. Вот ты смотришь весь интернет, такие непристойности в его адрес говорят. Ну, а с другой стороны, когда мы приходим к очередной вот такой вот дилемме, мы опять видим, что в ту самую чашку с кипящим каким-то молоком ныряет опять какой-то непонятный мужик, которого мы уже, ну, частично, как говорится, ненавидим, и мы уже чувствуем, что и в этот раз из той чашки вынырнет опять всеми нами любимый Путин. И, естественно, ему те самые попутчики, которые знали его лично в прошлые годы, не нужны. Поэтому на таких, как Жириновский, таких, как Зюганов, к сожалению, или, к счастью, я не знаю, Зюганов мне как-то безразличен совершенно, потому что он полностью дезавуировал саму идею и коммунизма, и капитализма, и, короче, какой-то недоделанный со всех сторон, кроме как, знаете, профессор и доктор наук. А так, в общем-то, просто закопал все идеи под себя и разорил всю свою партию как наследницу такого огромного богатства, которое можно было бы как-то использовать под сенью именно, знаете, Советского Союза. Ну так вот, что им, возможно, чего-то подсыпали, и они, видимо, идут уже по какой-то линии, что еще даже не знают, что они мертвы, но те, кто им чего-то подсыпал, они уже давно знают, что они мертвы, и знают, когда это состоится в физическом плане, а в духовном, в чешеприемном, это уже состоялось несколько дней, а то, может быть, и недель тому назад. Поэтому-то, в общем-то, у Жириновского и стали врачи копаться в мозгу, может быть, ищут ту самую гениальную мысль, за которую можно было бы зацепиться и выдернуть его с того света. Он же нам так ценен, сын юриста.